Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о Египте, а точнее о получении вида на жительство в Египте через покупку недвижимости. Как оказалось, это самый легкий и быстрый способ получения вида на жительство. Приобретение недвижимости необходимо оформить через местного государственного юриста. Стоимость жилья должна ориентировочно превышать 300 тысяч египетских фунтов. Резидентскую визу вместе с покупателем жилья могут получить его дети и другие члены семьи. После оплаты сделки и оформления всех необходимых документов покупатель получает ВНЖ на 6 месяцев, затем продлевает его на 12. Приобретая жилье дороже 100 тысяч долларов, покупатель получит ВНЖ сразу на 1 год. От 200 тысяч долларов на 3 года, а свыше 400 сразу на 5 лет. Прожив 10 лет в Египте, обладатель ВНЖ может подать заявку на получение гражданства. Для этого необходимо быть не младше 21 года, быть трудоспособным и не иметь судимости. Друзья, если у вас интересует покупка недвижимости в Египте, вы можете узнать все подробности, написав нам по указанному номеру телефона.